Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Юджин Плей. Сегодня мы будем продолжать играть в мой братец-кролик. Наверное, это уже будет финальная часть. Усаживайтесь поудобнее. Продолжаем. Кто не видел предыдущей части, посмотрите. Там было весьма такая интересненькая. Так, а иголки нам куда? На велик. Вот. Собрать нам надо сколько? 9. А это что такое? Стоп, это... Это вообще что? Крабики, что ли? Нет. О, этих еще. Угу. А, вот эти тарелки, типа тарелка, блинчик. Ну ладно. Ну и где он этот? А, не подтягивается, почему? Что-то не подтягивается. Он в этот свой, в куполочек. Что-то зажало. Что зажало, пока не знаю. Ну, пойдемте дальше искать. Так. Вот эти, типа тарелка, блинчик. Назовем их так. Так, а где этот? Вот он, корешочек. Так, спускаемся ниже. А я так и не понял, а здесь-то можно взять кого-то или нет? Или это просто как вот, что конечная цель наша? Тарелочка у нас где еще есть? Стоп, зря. Ну куда ж ты так торопишься-то? Так, отлично. Колесико починили, это уже очень хорошо. Куда ты? Угу. Нам пока сюда еще. Где эти блинчики-то? Вот он какой-то есть. Один, да? Один, больше нету. Идем дальше. Угу. Так, вот раз. Сколько там нам еще? 3 штучки найти. Ну, это уже не так уж и много. Но иногда, хотя и на одной можно так попасть, что одну вот остается и не можешь ты никак найти. Так, остались тут вот эти тарелочки. Тарелочки, а где же они? Вот и все. Пока не могу. Ну-ка, давайте сюда зайдем. Угу. Так. Здесь больше ничего. Одна тарелочка. Вот она. Точно. Так, а где нам этого найти? Этот же самый верхний же был. Так. Поднимаемся еще наверх. И еще наверх. Что у нас тут? Сидушка надо и парус. Как вот тебе? Сейчас посмотрим тогда. Вот они. Фу, что из нас же делать? Угу. А, ну, собственно. А, я думал, их крутить надо. Ладно. Так, подходит. Травка. Где у нас? Нет. Так, подошла. Зеленой с травой надо. Вот это, наверное, вот. Да. Тут какой-то один глаз. Вот это, что ли? Точно. Стоп. Это же рыба. Вот эти уже собрали. Так. Вот это? Точно. Голова от рыбы, это же вот, да. Не-не-не-не-не.
Стоп. Фу, что-то, блядь, запутался. Нет, глаз-то вот этот же. Да, глаз вот этот, все. Вот этот сюда. И оставлюсь нам вот эти части. Звезда. Вот она, звезда. Нет, значит, вот она, глазик. Так, и вот так. Все. Всего лишь там. А что же нам, почему не поднимается? А, надо велик. Чик-чик-чик-чик. Подождите, подождите, вы так сразу... А, основная это вот часть. В нее мы опять собираем, ну, как и в предыдущих частях. Собираем по детальке потихоньку, и все. И что-нибудь да там у нас сейчас появится. Тут. Крабики. Стоп, колесо давай. Ножик. Нет, ножиком надо что-то сделать. Трубка третья, так. Это что у нас такое? Я даже не знаю пока, что это. Пусть полежит. Так, лапу. Дуделку поставим. Тут. Вот уже более песенку начинает заводить. А вот это-то что такое? Отрубить ее, что ли? Хм. Пока мне не совсем понятно меч. Не совсем непонятненько так. Не, ну это же вот она, труба и есть, как по рисунку. А, стоп, а если мы... Вот, отрубили, вставили, вставляй. И остается нам треугольничек. Вот сюда вставить, вот он. Хм. А где он? Ну зачем-то же здесь ножик нужен? Нужен. Я не думаю, чтобы просто вставить. Или он... Ногу я отпилил ему этим ножом. Что-то я тут просмотрел. Блять. Что это такое? Похоже на цветочек, а что именно? Что именно, не могу понять. Ну, понятное дело, этот сюда вылезет, поднялся велик, и все, и пошло. Вот она. Чик-чик-чик-чик. Пока не вижу. Интересно. Что это вот такое? Ну вот, нет. Может быть что-то. Во! Я же говорю, что куда-то должен быть. Все. Так, команда была за великом. А велик мы не можем пока поднять.
Да, потому что нету паруса. Сидушки и паруса. Да нет, 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 блядь. А как забрать-то его? Я-то думал, это и есть. То есть парус. Надо, значит, сидушку. Где-то надо найти сидушку. Ну-ка на вниз. Здесь сидушка должна быть. Да нет, 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 нет. Ну получается, что так, да? Или это просто картинка, или здесь действительно есть что-то. А, ну вот же она. Ну, все. Присел? Ну, погнали вверх. Наверх. Вот. Ну, давай. Зацепит теперь. Хоп. Он-то, конечно, мог бы по лестнице подняться, но... Шик. Этот сюда. И нам... Да-да-да. Так. Шили нам. А это что такое? Соберите жемчужинки. Здесь-то не должно быть. А откуда? В свинье, что ли? Все собрано так. Чуть-чуть не понимаю, где здесь может быть это жемчужинка. Ну давайте везде соберем. Интересно, она горит, но собрать больше нельзя. Так, еще ниже. Все, что ли? Точно. О, ну-ка выплевывай. Так, тут больше нету, идем дальше. Сюда ее. А где здесь она? Не понимаю. А, вот это что ли? Еще одна. Где-то горит. А, во. Если отрезать. Вот она. Ну и последняя у нас наверху. Все верно. Давайте возвращаемся. Еще выше. Вот она. Не сразу и заметишь ты ее. И что делать? В смысле? А. Так. Все понял. Все. Нам нужен какой? Нужен.
нужен здесь такой вот, который отдаст. Нет, такой не подойдет. Нет, такой тоже не подойдет. Этот плюет сюда. Так, подождите, подождите. Этот плюет сюда, этот если выплюнет. Или не так? Или надо, чтобы они соединялись? Типа, тьфу-тьфу-тьфу. Хм. Блять, хоть бы можно было хоть примерно бы включить. Ну вот этот? Или синий? Нет, синий сюда, зеленый сюда вот очень подходит. Или... Ну, скорее всего. Потому что больше нет у него... Или красный. Но красный тоже как ему? Никак. Поэтому зеленый. И картинки-то я не помню, где чтоб... Где можно было бы это посмотреть. Так, подождите. Если мы сделаем вот так. Угу. Подойдет? Вот этот, кстати, идеально подходит. Смотрите. Аж вот. Нет. Вот именно как. Вот именно здесь. Хм. Может его вот сюда поставить? Вот так. Типа поплюет и пойдет. Вот. Так. Блять. Интересненько. А сюда подойдет? Нет. Видите как? Ну давайте попробуем. Какой больше всего? Ну, больше всего подходит вот этот. Желтый пошел. Сюда вышел. Шишел. Вот. Фу, перекачали все-таки. Шишел, вышел, да не слышал. Погнали. Так. Это у нас какая? Вот это будет пятая, да? Раз, два, три, четыре, пятая глава. Так. Накачали ее таблетками, все. Встает наш, походу, кролик. Все. Все, все, все. Ты тыщ. Куда ты потащил? Ага. Нам надо взлететь. Типа, запусти пузырьки. А, надо мыло. Подожди, подожди. Надо сперва посмотреть. Часы. Ну, все, все понял. Четыре штуки. Так. Сейчас, секунду. Тут вот. Жуки. Ну, жуков-то мы сразу найдем. Какие-то эти. Часы. Так, здесь еще у нас есть мыло. Но мыло может быть откроется, когда там, например, жуков. Или вот, вот же мыло еще есть. То есть они, скорее всего, так это. Больше мы здесь перейти никуда пока не можем. Что тут нам надо? Часы. О,
Сейчас возвратимся за часами. Так, так, так. Где у нас они? Тут прятались. Тут. Туточки. И все. Часики. Здесь у нас что? Это что такое? Опять какая-то полузадачка. Нет, надо, наверное, что-то же, думаю, должны же до конца собрать. Вот жуки. Жуки и часы. Вот жуки. Так. Остались одни часы, но они здесь вот. А как мы их поймем? Зеленые. Вон, вот, например, зеленый треугольник. Пока не пойму, что это за такая за задачка. А, ну если только вот этот оранжевый кубик посередине, треугольник красный посередине, звезда вверху и точка зеленая вверху. Это мы посередине, вверху и вверху. Вот. Вот. Так, а часы нам... Часы нам как раз таки и здесь и нужны. Угу. Ну, надо передвинуть основную, да? Давайте подумаем. Так. Стопочки. Стоп, 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 стоп. Мы сюда выдвигаем. Сейчас нам надо, скорее всего, пока сдвинуть. Так. И что мне это даст? Ничего. Надо было передвинуть вот так. Вот. Все. Это легко. Что нам дали тут? Жуки. Какие-то зубы собираем. Мыло. Так, мыло это хорошо. А что с зубами-то? Еще зубы есть. Еще один зуб где-то спрятанный. Эх. Хм. А, вот он. Вот он, вот он, вот он, кажись. Да. Угу. Отлично. Ну-ка, отдайте-ка мне мыло. О, это что такое? Так, полетел. А, ага, надо типа попасть, что ли? Ну давай, пошел. Поздно. Дубль еще один. Пошел. Поздно. Надо, когда залетает, нажимать. И пошел. Блять, поздно. Рано, точнее. Ждем, нажимаем. Так. И так, 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 так. И жмем. Отлично. Ну давайте жмем. Фу. Ох как. Ну интересненько. Весьма так. Что нужно сделать? Все понял. Угу. Что-то типа вроде домино. Так. 3 и 2. Есть здесь 3 и 2? Вот 2 есть. 3. Давай вот сюда. Нет, повернуться. Вот, молодец. 3 и 2, 1. То есть надо здесь 1, 1. Вот так. Но это пока, это может предварительно. Может даже это не точно. Двойки больше у нас нет. Значит, все-таки двойка, она идет одна сюда. Все. Пятерка. Там четверка. Мы можем вот так вот сделать. Пустыми, потому что они одни.
То есть можно было здесь сделать. Четверка еще есть. А, четверка еще есть, да. Пятерка, наверное, перейдет в шестерку. Шестерка. А. Не-не. Повернись. Вот. Шестерку. Шестерка перейдет. Шестерка перейдет в однерку. В однерка в пятерку. Так. Так, так, так. Так, это у нас 4. То есть нам надо 4 здесь. И где у нас 4? И 4 вот здесь. И остается у нас 3 и 6. Вот так. Вот так. Угу. Ну на. Куда тебе тут намылить надо было? Вода, этот, глаз, сердце. Так. Следующее. Давай, давай, следующий. Глаз, сердце, пазлик и вода. Глаз, сердце, пазл и вода. И, наверное, еще один нужен большой. Так. Сердце, пазл, вода, глаз. Сердце, пазл, вода, глаз. О, полетели. Только мы еще часы не собрали. Пух. Так, стоп, подождите, что надо? Яйца. Яйца потеряла? Ну что ж ты за мать-то такая? Раз свои яйца потеряла. Колеса. Что-то ножик. Зачем-то что-то резать. А, во. Угу. Здесь у нас только одна вот это время. Опускаемся. Яичко сюда. Колесик сюда. Еще есть? А, здесь нет, 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 стоп. Здесь мы пока у меня этого нету. А где? Я не вижу пока, где колесико. Вот оно. А яйцо? Да. В кастрюльке его сразу сварить, да и все. Ну на! Заботливая мамашина. Давай. Что там у нас? Есть колесо и часы. Угу. Ну, колесики, понятно, нам надо сюда. Он скатился, поехал. Бумажки эти найти. И часики. Опускаемся опять вниз. Суть-то всей игры, ребята, в чем? Что вот ты вниз-вверх, и потихоньку разгадываешь такие головоломки. А, подожди, стоп. Где-то мы часы же видели. Это вот синий. Синий будет 3 часа показывать. Зеленый сколько кажет? 15 минут. Ну, 7 получается. 15 минут 7. А розовый? А розовый будем крутить и думать. Так, сколько зеленого-то там? А, 15 минут 7, все-все. Так, синий было 3 часа. А этот значок, я его что-то тут где-то видел и уже, честно, и прошляпил уже, не помню. О-о-о-о. Заберем как раз. Бумажки-то надо же тоже собирать. А где еще? Не вижу пока.
Где у нас еще бумажка? Квадратик этот приклеенный. Вот он. Ну, зеленый-то... зеленым-то легче. Почему? Да все элементарно просто, ребят. Не легче. А где бесконечность-то я видел? Где-то же я видел этот значок. А, ну вот. Вот, я же помню, что где-то видел. 15 минут первого. 15 минут первого. Все-таки правильно я же подумал, что думаю, 12 должно быть. Все. И усё. Собрали мы еще какие-то почтовые марки. Нать, пожалуйста. Ну, это уж легко. В смысле? А, просто понажимать? Да, без проблем. Фиолетовую и желтую. Все. И что делать нам дальше? А что делать дальше? А, стоп, 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 неправильно. Неправильно, здесь вот будет зеленое. Это будет оранжевое. Синее. Синее. Фиолетовое. Желтое. И красное. Вот. Потому что смотрите вот на вот этот рубчик. То есть должен же быть квадрат. А там получается, что такое рифленый угол. Сейчас спущусь, покажу, если можно будет спуститься. Что будет? Интересно, это финал или нет? К часовщику пришли. Здрасте. Так, назад мы пока не можем. Что это такое? Ага. Нет, так а что делать-то я пока... Не понимаю пока. И чё? А! Ёпа-мать! Понял всё, понял. Зайца в шляпу, ёп, пушкин ты воробушкин. А назад уже выйти нельзя. Я хотел вам показать. Так, чек, так, стоп, стоп, стоп. Что это? Машинка, надо колесо. Это грабли. Ну, скорее всего, вилы. Угу. Лопатка? Лопатка. А, видите, руки начинаются... Руки начинают, типа, отпускать. Ну ладно, ладно. Колесико к машинке. Здесь это что-то вроде пазла. Руку я вообще пока, честно, не понимаю, что надо. Новую батарейку. Так, мышонок вернулся. Дали сыр. Сыр кому? А, треугольничек, блядь, сыр. Пиздюк тоже. Так, 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 и что будет?
Так, ну это, наверное, уже просто. Надо же найти еще шарик. Шариков здесь нету. Типа мы должны, скорее всего, разбудить. Ну давайте на второй переключим. Сейчас поищем. Потихоньку да поищем. Йо-йо. С лестницей вот что делать? Я вот... Ну вот же лестница. Кубик. Так. Тын, еще успокаивающая такая музыка, все. Так, пазлик. Это, конечно, все хорошо, но надо же шарик еще найти. Шарик соски, это не то. Почему лампочка-то не выходит? Осталось найти шаричек вот сюда. Так, так, так. Что с лампочкой делать, пока не пойму. Ну вот же она, рука. Давайте на третий переключим. Надо остался вот мячик для пинг-понга. О. Вот он. Ну и шарик уже, все. Все же? А, лестница. Лестница это, блядь, вонючая. Здесь все есть, 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 есть. Это хорошо, и осталась лестница, вот последняя пятка, так сказать. Здесь лестницы нету. Это вот на второй, вот, вот она же, вот она. Вот она же, вот она. Так. Держит вот он лестницу, а что с ней делать пока? Может быть что-то... Лампочка вот горит. Так. И куда паровозик? Во! Вот так вот. Все. Вот закончилось наше, ребята, прохождение данной игры. Что я могу сказать? Она быстрая, весьма интересная, нарисована красиво в плане вот всей графики, детализации, симпатично. Знаете, я бы, наверное, даже поставил этой игре 10 из 10, потому что действительно она, ну, так сказать, не надоедает. То есть ее можно легко пройти, быстро пройти. Ребенку можете скачать, он пройдет. Вот в этом плане 10 из 10 эта игра получает. Вот. Все? Ну-ка, что-нибудь еще будет? Нет, после титров. Давайте пролистаем их. Угу. Или они бесконечно будут идти? А то в некоторых же есть такое, что титр прошли, а там еще мини такой эпизод. Или какой-нибудь кат-сцена. А, все бесконечно, что ли? Ну-ка. Я думал, язык хоть меняется, а нет. Все, да, и опять по новой. Все. Точно. Ну-ка, смотрим. Да, 5 глав. Как я уже и сказал.
Ну а на этом, ребята, мы будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Поставьте лайк, дизлайк, напишите комментарии для продвижения канала. Нажмите колокольчик. До новых встреч, друзья. Пока-пока.